Філіял номер 4 Гомельської городской центральной поликлиники обслуговує около 50 тисяч чоловік. Правда, електронні рецепти поки отримують тільки около 0,5% від цієї кількості. Головним чином так звана льготна категорія – інваліди першої і другої групи. Электронные рецепты – проект пилотный. Зараз он проходит апробацию у некоторых поликлиниках Гомеля. Технично тут ничего складанного. Врач выписывает леки, заносит данные в компьютер, откуда они сканируются на специальную картку. Зараз, правда, одночасово будет выдаваться рецепт на папере, во всяким разе до того часу, поколь эксперимент не будет распространен на все медицинские установы. Что тычется работников поликлиник, то и они у нововведения бачить только плюсы. На карте все видно, все прозрачно и для коррекции лечения, и для того, получает ли пациент препараты, исполняет ли он назначение врача, тоже уже как бы доктор будет принимать меры для того, чтобы отслеживать лечение пациента. Затвердженный на сессии Гомельского городского совета региональный комплекс мероприятий по реализации держпрограммы «Здоровье и демографическая безопасность» документ объемным. Тут и удосконаливание медицинской допомоги новонароженным, и набытие санитарного автотранспорта, и введение додатковых обмежевальных мер о борьбе с татунем, и проведение разностайных акций, у тимлику совместно с громадскими и религийными организациями. Особным родком – повышение профессионального мастерства медперсоналу. Вода и самое значное нововведение – надание больше широких функций участковым терапевтам по суду. Они будут працевать как врачи агульной практики, что дозволить оказывать населенству больше великий спектр послуг. По словам самих медиков, ничего нереального у этих планах нема. Уречи все терапевты по часу учебы выучали и смежные специальности. До того же для их организуют додатковые специальные курсы. На сегодняшний день принята программа по этапной переподготовке данных врачей. Уже сейчас проходят обучение 11 специалистов на базе нашего медицинского университета, которые уже с 1 января могут работать по данному принципу вот в качестве, как начальная стадия. Мы отбирали специально наиболее опытных, квалифицированных врачей-терапевтов для того, чтобы они получили дополнительные знания и начали вот внедрять их уже в наших учреждениях. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».